Всем огромный привет! Выпустил сегодня барона погулять. У нас сегодня на улице 0. Вчера было минус 12 в это время. Сегодня 0. Время первый час. Пока свой телефон перезагружал, блять, он уже набился. Да, барон? Хулиган. А, барон. Все, ходишь на улице одна? Ну, сейчас запущу курицу. Пойдем. Цеп. Цеп. Пойдем. Иди, заходи в сарай. Иди. Ходи. Прыгай. Прыг. Сколько? Все. Я на вас накладываю, чтобы... Стоп, не зундул. Добро. Ну, или там. Все. О, мой легочник. Ты мой легочник. Че, Лёха? Олег первым кашляет еще. Все, Олег покашляет. Бухай прям. Прям бухай. Прям бухай прям. Брат. Все, она бегается. Я бежу на мясо, да, брат? Надо почему-нибудь клинять, барон. Надо почему-нибудь клинять. Добро. Ну, хулика. Некоторые говорят, что бычку лоб лучше не гладить, иначе порядка будет, не знаю. Я своим быкам всем гладил бы и Герефордом, и Сементалом, и Красностерпным, и Темнопестром. Не знаю. Да, кто-то пырялся, кто-то нет. Вот этот щегол, он будет пыряться. Да, хуйба, этот щегол. Этот щегол будет пыряться. Чего такой мелкий такой? Чего такой? Да? Барон. А, барон. Этот чего он будет пыряться? Хоть гладить лоб будет, хоть не буду ему гладить лоб, но все равно
будет пыряться. Это все зависит от быка еще. От характера, скажем так, быка. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю мира, здоровья и добра. До новых встреч. Пока.